10 спортсменов участвовали в турнире по настольному теннису. Каждые два из них сыграли между собой ровно одну партию. Первый игрок одержал победу в ходе турнира ровно x один раз, а проиграл y один раз. А второй, соответственно, выиграл x два раз и проиграл y два раз. Надо доказать, что x1 в квадрате плюс x2 в квадрате и так далее плюс x10 в квадрате равно y1 в квадрате плюс y2 в квадрате. Проще говоря, сумма квадратов количества побед равна сумме квадратов чего? Количество поражений. Количество поражений. Ну да, доказывайте. Ничьи бывают. Знаете, чтобы нам доказать данное утверждение, надо. Так, тут спрашивают, ничьи бывают? Нет, не бывают. Не бывают ничьи. Надо доказать вот такую штуку. Соответственно, минус Y, тут не так пишется, а так все хорошо. Вот так. Да. Можно комбинировать x первое с y. Проще говоря, воспользоваться формулой разности квадратов. Именно так. И понять, что x1 плюс y1 это 9. Да, и везде. Давайте, давайте, да. Y 2 плюс. Плюс и так далее. Самое. Да. Итак, для любого человека сумма его количества побед и его количества поражений, там у вас 20 или 10? 10. Почему же оно такое интересное? Да. Да. И поэтому на самом деле нужно доказать, что сумма всех иксов равна сумме всех игреков. Но это понятно почему. Потому что сумма всех иксов – это количество состоявшихся игр. И сумма всех игреков – это то же самое количество состоявшихся игр. Есть, кто не понял?